Для будущих выпускников время ЧЕ. Сегодня одиннадцатиклассники сдавали один из обязательных экзаменов по русскому языку. Готовность тестовых площадок проверяли в 6:30, а конверты с заданиями вскрыли в 10:15 утра. Кляну, экзамен сдавали 560 старшеклассников. Чтобы получить аттестацию, им необходимо было выполнить 25 заданий за 3,5 часа. Минимум этого года по русскому языку – 24 балла. Задания были относительно несложные. Сложнее уже была работа с текстом и с сочинением. Писать нет, возможности не было. Плюс еще работали глушилки связи, то есть ни интернет, ничего не работало. Если с заданием не справился, можно рассчитывать на пересдачу, но только в том случае, если второй обязательный экзамен по математике выдержан. Кстати, его будут сдавать 2 и 6 июня. Сначала базовый уровень, затем профильный. Но пока говорим только о русском языке. Результат ЕГЭ по этому предмету будет известен до 15 июня. Педагоги рассчитывают на хороший результат. По уровню сложности тест средний, нарушений не было. Прошло все спокойно. Никаких нарушений не было, не то, что не зафиксировано, а вот даже попыток выявлено пока, вот мы не увидели, хотя видеонаблюдение велось абсолютно тотально во всех аудиториях, и мы очень бдительно смотрели за каждой, абсолютно за каждой аудиторией. Все итоговые работы выпускников сразу после окончания экзамена упаковывают, опечатывают и отправляют на проверку в Департамент образования Московской области.